Не секрет, что промышленники из Китая могут изготовить абсолютно любую технику, но многие мировые компании, в том числе и российские, имеют стереотипы, связанные с качеством этих продуктов. Однако в последние несколько лет китайские производители стремились работать... В 2018 году на территории Буцзянского района был запущен селекционно-генетический центр. Общая производственная площадь помещений составляет не менее 72 тысяч квадратных метров, что позволяет содержать 5400 производственных синоматок и не менее 72 тысяч племенных синоматок. Хэнань Хэньинь Automation Technology является профессиональным производителем сельскохозяйственной техники с 1996 года. С момента своего основания компания была сосредоточена на производстве высококачественного и надежного оборудования для сельского хозяйства, не уступая мировым лидерам с аналогичными предложениями. Сегодня продукты Хэнань Хэньинь Automation Technology можно найти более чем в 30 странах мира, и фермеры, выбравшие технологические решения этого китайского производителя, остались довольны своим выбором. В 2016 году мы запустили две площадки репродуктора и часть от корма. Во втором квартале 2019 года мы планируем выйти на полную производственную мощность. Все технологическое оборудование, система поения, система содержания, система кормления произведено в Китайской Народной Республике нашими партнерами компании Хэнинь. Данное оборудование является, пожалуй, самым высокотехнологичным и современным, но вместе с тем, что самое главное, очень легко в эксплуатации и в обслуживании. Компания Хэнань Хэньинь Automation Technology расположена в городе Чжэньчжоу, провинции Хэнань, в самом сердце Китая. Одним из компонентов успешной работы компании является то, что с июня 2012 года она сотрудничает с университетом животноводства и экономики Хэнань, который является единственным университетом в Китае, стремящимся создавать новые разработки в области животноводства. Китайскими специалистами грамотно спроектирована вся линия технологического оборудования. За время работы оборудование показало себя как надежное и безопасное. Системы поения и системы станочного оборудования обеспечивают комфортное и безопасное содержание животных во время всего периода их стояния. Система кормления безостановочно доставляет корма до животных. Команда инженеров Хэньинь Technology предоставляет заказчикам комплексное обслуживание, включая выбор фермы, проектирование, производство и монтаж оборудования, индивидуальное обслуживание и поддержку, а также обучение работе на оборудовании для работников сельского хозяйства с целью достижения максимальной производительности. Система кормления полностью автоматизирована и исключает возможность влияния человеческого фактора. Комбикорм специализированной техникой загружается в бункера, откуда он цепшавым транспортером доставляется до животных. Воду, проходящую фильтрацию на входе в секцию, животные потребляют через специальные ниппельные поилки. По итогам 2017 года ООО «Башкирская мясная компания» заняла 18 место в рейтинге 20 крупнейших производителей свинины в России. С 2018 года сельскохозяйственный производитель из Башкортостана стал партнером Хэнань Хэньинь Automation Technology. Свои будущие перспективы и развитие животноводы связывают с оборудованием компании Хэньинь. Слаженная работа операторов и специалистов селекционно-генетического центра и надежное технологическое оборудование позволяют достичь высоких результатов в производстве как товарной, так и племенного поголовья свиньи. Выбирая компанию Хэньинь, вы обеспечиваете себя надежным партнером, предлагающим современные и качественные решения для любых сельскохозяйственных нужд.